Депутаты Бундестага сохранили для себя статус переболевшего коронавирусной инфекцией на 6 месяцев, в то время как обычные граждане теряют этот статус через 3 месяца после заражения, а вместе с ним и соответствующие права, если они не привиты. В Германии вводят приоритеты для ПЦР-тестов на ковид. Теперь лабораторные анализы обязаны делать прежде всего медикам, работникам домов престарелых и уязвимым группам населения. Остальным жителям будут рекомендовать экспресс-тесты. При положительном результате будут делать еще один тест на антигены, но не ПЦР. Учительские ассоциации уже возмутились таким несправедливым подходом. Детям в Берлине разрешили не ходить в школу. Они могут перейти на дистанционку, если родители боятся отпускать их на занятия из-за риска заразиться коронавирусом. Очное обучение все равно остается приоритетным в школах Берлина, но до конца февраля у родителей есть выбор. Кабинет министров Баварии рассматривает решение об ослаблении ограничительных антиковидных мер. В планах правительства увеличение количества зрителей культурных и спортивных мероприятий. При этом сохраняется обязательство носить защитные маски, а также соблюдать правила 2G+. Доступ в магазины Баварии возможен как для привитых, так и для непривитых граждан. К другим темам. С начала февраля изменится правило путешествий в европейские страны. Теперь решающее значение будет иметь не пункт отправления, а наличие документов, доказывающих статус вакцинированного или переболевшего, а также результата теста. ПЦР следует проводить не ранее, чем за 72 часа до поездки, а экспресс-тест – за 24 часа. Сертификат, подтверждающий перенесение болезни, должен быть действителен в течение 180 дней. Что касается тех, у кого нет сертификата, то им нужно пройти тест по прибытии. Исключение составляют дети. Вакцинированные и выздоровевшие не должны помещаться на карантин после въезда в Германию из зоны повышенного риска. Непривитые лица могут быть протестированы не ранее, чем через 5 дней после въезда. S7 Airlines возобновляет еженедельные рейсы из Франкфурта на Майне в Москву с 29 марта. Полеты, согласно расписанию, будут осуществляться по вторникам.